«Парта-герой» — это всероссийский патриотический проект партии «Единая Россия». Его цель — сформировать у подрастающего поколения уважительное отношение к истории Отечества, героям боевых действий. На парте в 11-й школе города Видное размещена информация о погибших в ходе специальной военной операции Игоре Сорокопудове и Александре Богданове. Эти ребята проживали здесь у нас в Купеленке, в соседних домах. Мы здесь все живем достаточно дружно, и лично я не знакома, но мои соседи, мои друзья, они их тоже знали, это были также соседи, это ребята молодые. В торжественном мероприятии принял участие председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Есть в Библии слова, я бы с них хотел, наверное, начать. Это «нет больше той любви, чем если кто положит душу за други свои». О чем это говорит? Это говорит там действительно о силе, внутренней силе духа человека, который ценой собственной жизни, этой жертвой, делает благие дела во славу своей земли, Отечества. По славу будущего. В рамках проекта «Новая школа» ученики и юноармейцы рассказали гостям о жизни и подвигах военных, которые погибли за независимость, целостность и безопасность России. Я считаю, что это действительно очень важное для нас событие. Нельзя забывать про героев нашей страны. Для того, чтобы почтить память героев, в Видновской школе номер 11 открыли музей, посвященный героям Великой Отечественной, а также Афганской войн и участникам специальной военной операции. В планах у нас в дальнейшем создать уже экспозиции, не создать, а выпустить, выставить их всех для того, чтобы приглашать людей, гостей с других школ, ребят, чтобы они ознакомились, увидели и услышали из первых уст историю этой специальной военной операции. В настоящее время в общеобразовательных учреждениях муниципалитета уже открыты 5 парт героев. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ.